Ребята, смотрите, может быть такая ситуация. Вот вы хотите сделать визитку, лендинг, вернее, лендинг или открытку, да? Давайте вот сюда нажимаем, и нам показывают самые последние. Вот. Вот. И когда я нажму «Перейти в Elementor», то у нас тут будет шапка, потому что так настроено. Шапка будет вверху и шапка внизу, хотя мы здесь настроили вот правильно, да, холст Elementor, но шапка есть. То есть мы, когда делали header-footer, шапку, когда настраивали, то мы сказали показывать всегда и везде. Вот, теперь давайте мы нажмем «Изменить», «Изменить», так, «Изменить», в новом окне нажму «Изменить». И мы идем вот header footer настройки. Вы можете прям включить переводчик. Это не проблема. Так, перевести. Сейчас у меня тут почему-то соскакивает этот переводчик. Так, вот видите, нижний колонтитул. Весь сайт целиком. То есть это footer, значит, да, нижний колонтитул. Добавить правило исключения. Вот, правило исключения. Выбрать конкретную страницу. Нам говорят, напишите, пожалуйста, хотя бы два символа. Но с Новым годом. То есть раз. Вот мы сделали исключение, чтобы на этой странице нам не показывался футер. И теперь надо точно так зайти. И сделать исключение для шапки. Нажимаем «Изменить». Теперь идем дальше. Да? Я переведу еще раз, потому что я не помню, как там правильно. Перевести. Так, добавить правило исключения. Выбрать. Идем в самый низ, конкретную страницу. Новым годом. Все. И вот здесь обновить. И сейчас мы с вами пойдем на наши странички и посмотрим, что у нас получилось. Редактировать в Elementor. Загружается все. И, пожалуйста, вы можете теперь делать свои лендинги, открытки и так далее. Вам не будет мешать хедер и футер.